молодец! Ай, умница! Собак готовят к захвату пассажира в машине. Казалось бы, все просто. Пес прыгает и кусает. Но на деле не каждый четверолапый способен запрыгнуть в окно с первого раза. Ай, хорошо! У нас были совместные тренировки, так же само по захвату противника, который нападает на простых граждан. И, то есть совместно задерживали этого противника. То есть в тех местах, где недоступно пройти людям, рабочим, ну, непосредственно спецназу, там, конечно, будет работать собака. Собаки готовы, можно начинать тренировку. По легенде, бойцы на блокпосте остановили подозрительную машину, выводят водителя, но пассажир открывает огонь. Собака схватывает стрелявшего. В дело вступает вторая группа. Нужно достать его из машины. Теперь кинолог вместе с псом стоят в стороне. Собака наблюдает и учится отличать своих от чужих. Каждый контролирует свой сектор для того, чтобы, если что-то пойдет не так в ситуации, нештатная ситуация, то могли вовремя оказать сопротивление. Сопротивление нарушителям. Такие тренировки в военно-патриотическом лагере «Одесская сечь» проводятся постоянно. Скоро активисты собираются выходить в совместные патрули с кинологами. Юрий Гальченко, Сергей Калмыков. Первый городской.